Вон там находится, видишь, бункер? Вот они оттуда вылазили, перебегали. Вот этот бункер. Это зеленые ворота. Да, где зеленые ворота, там находится бункер. Вот там они шкерились до поры до времени. Вот. Так что... Сильно не вылазь, угу. Там дальше заминировано все. Да. Это то, что ты видел оттуда, это мы прикрывали, угу. Прикрываем сейчас. Вот. Ну же, оттуда вид. Из-за угла. Из-за угла, да. А там только вход на другую сторону, да? Повыше получается. Повыше на этаж тоже. На другую сторону выходит, не на эту, а на другую, да? На эту. А, на эту тоже, да? Ну тогда нет разницы. А семечки у нее есть? Много? Очень много. Сейчас мои люди придут, да, и возьмут с этим сюда. Ходите, она сюда вас ждет, смотрите. Скажи, как ведет себя противник? Как выполняют какие-то строительные работы, то есть, наверное, я думаю, строительные работы выполняют гражданские, а они с ними стоят и наблюдают. Вот двое мы ночью наблюдали, двое стоят рядышком, один что-то варит, вот. Потом через время появляются снайпера, работают по нашим позициям, ну и мы, естественно, по ним работаем, вот. Ну, а так, такого отпора прям они не дают. То есть стрелковая, ну, агресс у них есть, может. Вот они там пару раз насыпали. И все. Это все происходило. Вот, перемирие, тишина. Они еще это делают. Перемирие, тишина заканчивается. И они вылазят и там, снайпера, там, агресс, что там пробажно. Ну, то есть они перемирие используют как, да, время для укрепления позиций. Да, да, да. Именно так все. Ну, здесь вот, вот 5 метров от нас, там 10, там все заменили. И в этой стороне все заменили. Так, ладно, давайте не маячим. Да, все, уходим. Мы, ребят, флангом прикрываем, ведем огонь по засаде, если каких-то есть передвижения. Дневное время, в ночное время, любое время, короче. Мы работаем. То есть ваша задача сейчас состоит просто сжать кольцо и не дать противнику никакого выхода? Так точно, так точно. А так, ну... Преимущество какое вооружение сейчас используют? Что у них осталось? Чем угрожаются? Вот то, что они из чего работают чаще всего, и кто работает, это работают снайпера. Вот, они еще остались, и также у них и женщин много было снайперов, я думаю, они тоже остались. Вот. Со стрелкового они не стреляют ни с какого, ни с ДШК, ни с крупного, то есть ни с мелкого, то есть ни с автоматов. Вот. Стрелкового они не используют.